Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, пионеры наши, будущие пионеры. Мы приветствуем всех присутствующих на торжественной линейке, посвященной Дню Учителя и приему в наши новые члены Ленинградскую областную детскую общественную военно-патриотическую организацию «Юные пионеры». Дружина «Равнянь» под знамя Кингисеппской муниципальной военно-патриотической детской общественной организации «Юные пионеры» смирно равнение на знамя, знамя внести. Нужно рассказать немножко о нас. Мы – это Ленинградская областная патриотическая детская общественная организация «Юные пионеры». Что нас объединяет? Любовь к родине, родному краю, стремление сделать жизнь лучше, помогать старшим, не обижать младших, защищать их и действовать все вместе. Что нам дороже? Человек с его мыслями, стремлениями, заботами. Мир и дружба между народами и между людьми. Родная природа, которую нужно спасти. Что нам помогает жить? Игра и песня, сюрприз и тайна, выдумка, мечта и фантазия. А еще то, что мы решаем и делаем все вместе. Дети пионеры и волшебники добра. Борисова Дарья, Константину Ирина, Тишкова Дана, Лав Данила, Попов Дмитрий, Мельников Андрей, Герасимов Мирослав, Ильяс Максим. Вступаем в ряды Ленинградской областной Ленинградской областной детской общественной организации.